بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, у нас прошел дождь в Мекке и посвежело, но ненадолго, буквально полчаса и уже все подсохло. Но громело, гремело очень сильно, гремело и шумело, вода даже еще осталась чуть-чуть, хотя в некоторых местах уже, где ветер сильный, обдувает, быстро обдувает, быстро все уходит. Но так нормально зато, все красиво, прохладно, 2 часа ночи. Салам алейкум! Биляфия! Джазакаллах хайра! Вот здесь вот, короче, специальные вещи, кто хочет оставлять вещи ненужные, специально такой сундук, ты подходишь, вот у тебя вещей накопилось там всяких, есть такие же сундуки, книги сдают, учебники, вот много учебников, особенно религиозных, и там имена Аллаха, не выбрасывать же мусор, а ты вот здесь раз подошел и положил, то есть вот здесь вещи скидывают, у кого-то камисы, у кого-то там всякие майки, штаны, джинсы, мы, конечно, джинсы не носим, но сами знаете, люди разные бывают. Мы стараемся здесь, конечно, арабскую одежду одевать, арабские комиссии. Так, есть такой же сундук, но он для книг. Очень хорошо, что у тебя много дома литературы, особенно когда у тебя дети и учатся в школах, и, естественно, они там проходят книги Таухид, книги по Курану, книги, много книг. И в конечном итоге эти книги остаются после детей очень много. И люди что делают? Относят вот в такие, сдают в такие ящики. Ну и там, естественно, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, джамаат. Здесь вот братлар, у нас супермаркет. Супермаркет наш, интересный. Как называется? Маркас у Махбас. Здесь, короче, и пекут, и продают всякие. Ну, супермаркет небольшой. Супермаркет. Ну и вот, хочу сказать, вот эти вот ящики полезные. Не знаю, конечно, куда это все потом уходит, но материал очень много остается тоже у людей. У меня вот один, кстати, знакомый был в Иваново. Иваново город текстильный, и поэтому там с этим текстилем много остается всяких на швейных фабриках, много всяких тряпок остается, которые уже никуда не взять. И вот этот парень, он купил специальную машинку, такую большую машинку, станок какой-то. И он эти тряпки, короче, складывал туда все, в эту машину. Тряпки всякие бэушные там. И она мельчила. Она мельчила и делала из них вату. И эта вата уходила, короче, на у него на матрасную фабрику. То есть он делал матрасы, он делал всякие там подушки, вот эти специальные для, вот азиаты любят такие вещи, подушки, тюфяки такие, курпача, разноцветная еще такая красивая, на которой можно сидеть, меджлисы устраивать. Потом такие вещи делал. А нет, все-таки молнии сверкают. Ты тут дома, молнии сверкают, о-хо-хо-хо, ага, капает, о, капает даже. Машалла, братья, как прохладно, 2 часа ночи, дождь прошел, джума, сегодня ночь джума. А больше надо делать салават за пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Дуа делать между Асром и Магрибом. Надо делать дуа много, потому что там есть Са Мустаджаба. Как Ибн Каим сказал, что Йаум аль-Джума это как Лейлатуль Кадр. То есть у него такая степень хорошая. И потом как, еще что у нас, Йаум аль-Арафа. Говорит, побольше делать дуа, побольше. Делать надо дуа в это время, сидеть, садака давать. Больше садака раздавать мискинам, соседям, которые нуждаются, близким, родственникам, помогать. Это Йом аль-Джума, это вообще сильный день. Йом аль-Джума, как можно больше надо заниматься благими делами. Все, вот после Асра оставляем телефоны, убираем телефоны на беззвучку, крепость мусульманина или крепость мумина в руки и вперед. Дуа делать много, благие дела делать. Мечеть пошли, нашли какого-нибудь мискина, дали ему там денежку. Это надо сделать. Йом аль-Джума, братья, обязательно не упускать возможности. Вот здесь я живу. Уже прихожу в свой район. В свой район иду. Ля-илля-илля-илля. Вот так вот, братья, Мекка. Где мы живем? Район Азизия, Аль-Мурсалят, медицинский центр Асия. Вот здесь я живу. Рядом и офис у меня тут рядом, где мы работаем, где мой директор. И вот здесь квартира. В принципе, недорогая квартира, двухкомнатная квартира, 1000 риал в месяц. 1000 риал можно здесь снимать. Здесь вот вакф. Вакф — это вообще особая тема, про него буду рассказывать. Собираю информацию и, дай Аллах, расскажу. Раз корпус, вот два корпуса вакф и три корпуса. 4 корпуса здесь вакф, здание. Вакф — это означает, что кто-то оставил после себя, записал, написал завещание и хочет сделать садака джари. А вот наш дом, где мы живем. Вот здесь я живу и много-много братьев из Йемена.